Хлопці, всім привіт! Збройним силам України, хлопці, вам велике вітання, а саме 72-й бригаді. Хлопці, ви титани і повертайтесь додому живими. І так, друзі, ваша любима рубрика «Ані і люди». Я розумію, що ви чекаєте цю рубрику. Ну і вона, в принципі, без неї ніяк не буде повноти культяпки. І от, щоб була повнота і ясність у многих, ми зараз її з Олександром дополним. Разберем полностью. Да. Все, как вы любите, до мелочей, до атомов будем разбирать. Я наскринил, опять же, вопросики. В основном они касаются Сережи. Это тебе адресованы. Ко мне мало вопросов. Постоянно ко мне. У людей, да. Поэтому сейчас я их буду задавать, а Серега на них будет отвечать, и я его буду дополнять, если я что-то там тоже буду в теме, если я что-то знаю. Итак, первый вопросик. Ну, это не совсем такой вопросик, это больше как утверждение, но ты должен на него ответить. На этом моменте, в прошлый раз, закончилась история про культяпку. Теперь реально ждем продолжения. Друзья, печально, говори, что есть. Ты начал сразу с этого вопроса, я лично рассчитывал. Ты хотел им закончить? Да, я хотел им закончить этим вопросом. На самом деле, все шло, ну, классно, мы подбирались медленно именно, ну, к тому моменту, где мы закончили, нам даже кто-то писал 3 года назад, да? Ну да. Три года назад. И сейчас, увы, опять мне начали звонить братва, говорят, ну что, блин, шаман, ну елки-палки, типа, ну культяпка, нормальный, порядочный тип, нафига ты его, ну там, начинаешь, там, интриги за него плести. Ну, там, ладно, там, ну там, было и было, все. Нафига поднимать, ворошить вот этот за малолетку всю эту движуху? Он нормально топит. С малолетки спроса, да, нету. Да, с малолетки спроса нету. И опять начинаются вопросы. И по ходу, друзья, мы, наверное, остановимся еще на этом обрывке, так давайте, сказать. Давайте, короче, еще 3 года подождем. Ну, год хотя бы. Друзья, давайте еще тяжечку, хотя дайте мне хотя бы год времени. И я уже в этот раз, я разберусь. Не стратит. Да, я разберусь, отвечаю. Не, на самом деле, друзья, мы, естественно, на приколе. Да, ты прав, кто задавал этот вопрос. 3 года, не помню точно, когда именно, мы закончили именно на этом. Так как, ну, в принципе, Серега на тот момент посчитал, что это уже законченная история. Была, ну, по большому счету. Хотя события еще дальше продолжались. Я плюс-минус о них слышал, знаю, не в подробностях, но знаю там, что за движ был, потому что я когда заехал на малолетку, буквально, эти все события, они еще будоражили весь корпус малолетки. Там было 2 таких события, которых, ну, помнят до сих пор те года люди, даже со взросляка, потому что там реально произошло, ну, интересная, короче, движуха. Серега будет рассказывать, будете слушать, короче. Да, все постепенно, друзья. Мы, ну, говорили, что, в принципе, эта рубрика пойдет, ну, дальше мы будем рассказывать за нее. И дальше же самое интересное, как мы познакомились с Лебедем, и, ну, мы, как мы заехали в лагерь, как мы вообще в лагере дальше, потому что в лагере тоже свои моменты и такая прожарка, что и как назло нам еще фартануло с Лебедем попасть на самый краснючий барак просто. И вот как раз вопрос тоже, я его не заскринил, но читал, он есть под, вроде бы под последней культяпкой, короче, вопрос в том, что пишет человек, что говорит, ну, я дословно не помню, суть передаю, что, короче, типа, а что ты постоянно путаешься в показаниях, типа, понял? То вы с Лебедем, Лебедь рассказывал, что мы на малолетке с ним познакомились, то теперь ты за культяпку рассказываешь, и типа, где правда? То вы с Лебедем, типа, на малолетке сидели, а то вы с культяпкой, типа, Лебедя там и не пахнет. Не, ну, может, знаешь, некоторые думают, малолетка, так это, типа, одно помещение. Ну, да. Люди задают вопросы, которые чуть, ну, далекие. Ну, это нормально, да. Это нормально. Это нормально. И, смотрите, есть тюрьма, ну, СИЗО. Это ты находишься там до суда. Последствием. Когда тебя судили, пришло уже утверждение, это там в течение 15 дней. Все, тебя уже тюряга не имеет права держать. Ну, только на одних условиях, если ты где-то там в хозобслугу пойдешь, на ставки у них там будешь работать. Это, ну, на козлячую мазь. И, ну, и они и тебя... То,
все равно на лагерь они тоже уезжают. Они, ну, типа... и то, да, если там за какие-то нарушения, если не да? будешь идти у них на поводу, то, ну, они обязаны тебя увезти на лагерь. И я уже приехал на лагерь и уже сидел в лагере полгода, и мы познакомились с Лебедем. Я потом... заехал. Да, Лебедь заехал. Да. Так. Вопрос, наверное, скорее всего, мне адресуется, потому как я этими моментами заведую на данный момент. Так а зачем вы удалили старую культяпку? Я ее хотел своим внукам показать. Смотри, старую культяпку мы не удаляли. Она, если это тоже своего рода история. И я вам хочу сказать, старую культяпку, когда мы рассказывали, у нас был очень период такой, мы на эмоциональном подъеме на самом деле были. И я... считаю, что да, в новой версии культяпки типа больше раскрыто, ты пораскрывал больше нюансов, о которых ты не говорил в первой культяпке. Но первая культяпка все-таки она веселее, потому что ты был более, мы были на приколе больше, знаешь. И это, я просто помню, как мы ее снимали, мы там ржали, просто шаман что-то как вымочит. Давай. Я снимать не могу, блин, у меня камера из рук выпадает. Поэтому мы ее, естественно, не удалили, потому что это целый пласт, кусок нашей жизни, истории. И потом для ценителей, возможно, да, выпустим, смонтировать можем в одну. В одну, да, да, какой-то... И запросто выкинем. Пока она просто в закрытом доступе, все есть. Так что не переживайте, мы не... Олдскульная культяпка будет тоже в такой версии. Для ценителей чисто, да. Кто, кому захочется еще раз пересмотреть, то же самое, по большому счету. Так что не переживайте. Да, будет по-любому. Да. Не знаю, очень личный вопрос. Не знаю, очень личный вопрос. Захочешь отвечать, не захочешь. Шаман, очень интересно, а кто твой батя и где он сейчас вообще? Ну, у меня батя, когда мне было 2 года, у меня батя умер. И у меня потом был отчим. Один отчим. Просто, я бываю, рассказываю за отчима, понял? Бываю в негативном ключе, а бываю выкидываю, типа, в позитивном. И это, чтоб было, это 2 разных человека. Почему? У меня был, ну, когда мне было там 2 года, мама вышла замуж, то есть, вот был отчим. Где-то вот на малолетку, когда я рассказывал, что он там привел легавых и тому подобное. Он, ну, бухал. Так человек, типа, был неплохой, но бухло его сгубило, и его уже нету в живых. А потом у меня был, ну, второй отчим. Ну, мама, они жили гражданским браком, это в Затоке. Это почему я и оказался в Затоке. Это дядя Толя, и вообще, блин, добрейший души человек, классный мужик, и царство небесное ему. Дядя Толик был... Да, Матова, я тоже хорошо знаю. Это как раз период, когда я приехал, был в розыске, приехал, когда мы вам рассказывали, что я у шамана какое-то время. Ну, меня шаман приютил, когда я был в розыске. В Затоку я поехал к нему. Да ладно, приютил. Ну, по большому счету. Да. И там, не, так я, конечно, я вообще помню, мне, я извиняюсь. И там я познакомился с дядь Толей, вот такой мужик. Но я помню, шаман мне говорит, мне сначала Белый же за тебя тогда сказал, типа, да у шамана там, короче, дом, понял, свой, типа, короче, море. Да, там 5 минут возле моря, короче, свой дом, вообще там залетаешь, живешь сколько хочешь, что ты там гасишься по этим съемным хатам в Николаеве, если у тебя, он, можно сказать, кент по малолетке, ну, мне Костя говорит, и Костя же нас поклеил Белый. Я приезжаю, ну, естественно, понятно, что это не шамана далеко, дом там, ну, есть дядь Толик, мамка, еще и сыну дядь Толика родной, Васька, вот, и плюс еще малой шамана брат, ну, полностью семья, я приехал в семью. Так что да. Они от меня были в шоке просто. Да. Но я же был такой тип, что... Ну, не, ну от меня я вроде бы не создавал, там, по крайней мере, родителям. Не, Лебедь не создавал. И Лебедь, ну, опять же, ну, мои друзья, все общие знакомые, ну, да. с которыми я общался, это были, ну, тупо питоны, такие, как я. А Лебедь приехал уже такой, ну, нормально выглядит, в ружье, знаешь, там, мама его узнала, потому что, ну, мама ж приезжала на конференцию. Да, и помнят, потому что мы садились там, хавали вместе. Там, место, к Лебедю, да, мама приезжают. Мы как-то расскажем, что такое конференция, какое это уникальное явление, когда без прикола в лагерь заходят родители и проводят с тобой время где-то 5 часов, наверное. Да, это прикольно. Да, это себе сложно такое представить, но да, это у нас было вот на Прилуках. Особенно, когда месяц в напруге,
месяц напруги, а тут вот такой вот один день в месяц. Ну, ко всем приезжают одновременно, да. Представляете, на весь лагерь залетают передачи, ко всем, в один день. Да. И все ходят по лагерю с родителями, да. Все гуляют. Ну, то мы еще вам расскажем, короче, да, будет потом. Отдельное. И хотел бы, подожди, братан, добавить еще, да, да. Коль мы вспомнили за Костю Белого, Кости Царство Небесное, нам очень сильно его не хватает, и вот недавно... Кстати, поедем, надо вот сейчас на днях ходим с шаманом, ну, рванем. Поехать, да, кладбище. И я даже хочу сказать, я вот, ну, такой тип, я не знаю, там, напишите, что там, шизофреник, еще там что-то, но я верю, знаете, вот почему, наверное, ну, и почему у меня и погоняло шаман, потому что я верю во все вот эти вот там какие-то знаки, мистические какие-то моменты в мистику. И вот со мной произошла недавно, я считаю, ну, мистика 100%. Меня попросил Кент поехать в пятую больницу забрать кое-что. Ну, не наркотическое ничего. Ну, надо было там забрать лекарства. И вот я приезжаю туда, и я ну, как раз подъезжаю под то место, где мы, где Костя постоянно выходил, где мы встречались, где мы машину девятку Лебедя еще туда парковали. И я вот из этого места сразу погрузился, вроде бы как в машину времени, знаешь, ну вот такое впечатление, типа я приехал к Белому сейчас, ну, в больничку, и пробиваю колесо, прикиньте, у меня сразу срабатывает датчик, понятно, возможно, я его раньше пробил, потому что там, ну, саморез небольшой, но на том же месте сработал датчик, что у меня колеса по 2,7, что у меня колесо правое заднее 1,8, и я смотрю, там саморез, дождь как раз, бульки эти идут, шипит. И я Лебедю набираю, говорю, братан, смотри, место, узнаешь? Он говорит, не, подожди, не могу понять. Я его начинаю больше показывать, он, да, блин, сразу... Грусть такая, так, да. Так... Оно еще вообще, ну, не поменялось вообще абсолютно. Просто как было вот 5 лет назад, сколько Кости уже нету, 6 да, 6 лет назад, и мне вчера шаман показывает эту всю местность, я тоже такой шхапанул. Ну, ассоциации очень печальные, потому что мы, да. Когда приехали, нас, а ну, пошел... вы знаете, надурили, что мы ехали к живому Косте, а приехали по факту. Они уже знали, врачи, что он упокоился, а нам не говорили. То есть мы ехали с уверенностью, что ему нужна кровь, переливание. Брата взяли с собой его, потому что она подходила ему по группе. А приехали, она может такую... Ну, короче, неприятно. Они так поступают. Ну, и ведут себя неприятно. Надо было смотреть, чтобы что у нас... Ну да, отвратительно обвинять. Они тогда врачи повели. Ну, в принципе, короче, да. Кто киевляне знает, пятая больница, это... Ну, там питоны лежат, и к ним соответственное отношение. Печальное место. Да, врачи относятся... Там и больничка, туда приезжать, чтобы взять рецепты на терапию, ну, на эту, ну, понятно, на заместительную, да, терапию, то туда надо приезжать, и там тебе дают бумагу, типа, как добро зеленую, типа, что можно брать, ну, да, эти таблы. Хорошо. Очень часто встречается вопрос, я думаю, мне постоянно люди пишут, я уже устал, если честно, отвечать, и еще раз отвечу, что за трек играет в конце? Это не трек, друзья, это авторский минус. Мы когда-то его покупали, нам его сделали. Еще Сара Рекордс, понял? Да, да. Но мы его так и не запустили. Мы на те слова, я не помню, на какой он трек мы хотели под него записать, но мы переделали, другую музыку сделали на те слова. И он как бы не вышел. И этот минус, так как мы его купили, мы его используем чисто в наших видосах. Конец, ну, оконцовочка такая. Иногда где-то бывает, просто он проигрывает. Ну, вот так вот мы его используем. У нас еще есть несколько минусов, которых мы купили, но не использовали. Поэтому это наш авторский минус. Так что не ищите, его нигде нету. Да. Так, дальше. Ну, это больше тебе, шаман. Так а чего вы сразу на чуку не вышли после той малявы, где он просит частичку этой девочки? Показали бы чуке переписку, что там культяпка выписывает. А те зубаты уже бы сами нашли, как его вывести на чистую воду. Ну, смотрите, друзья, буквально там... Чуть-чуть, братан, назад, будто вываливаешься из кадра. Серия одна или две назад, был же вот как раз, это же все было проговорено. Что когда мы зашли с Мурахой на дворики,
я тоже, мне показалось, что все, типа, ну, есть повод его вцепить и раскачать эту березу. Но на самом деле, ну, Культяпка, тогда же Мураха дал ответ еще, что же сказал, что он такой именно, ну, тип очень такой гибкий, очень хитрый. И просто за слова его вцепить, за поступки, если бы поступок был бы, да, а просто за слова, ну, можно съехать, можно по красоте, типа, там, банально сказать, там, бля, пацаны, вы же гоните, там, девочка любит ушами, я там ей жили-были, там, расположила на, ну, и все просто, что ты его, ну, ну, вцепишь. Я по этому поводу хочу рассказать такую мини-историю, которая произошла со мной. Правда, это на строгом режиме, но она четко показывает моменты, вот, ну, вот, отвечает на этот вопрос. Да. Получается, я спал в купе, меня положили через нару от смотрилы, понял? Ну, оно, знаешь, оно все видно, короче, и слышно, когда там движ какой-то, ну, о чем люди говорят. Ну, то есть, когда не то, что там не скрывают, я имею в виду, что вот я через нару спал. И только заехал в лагерь, помню. Первый строгий, да? Да. И, ну, там мне 19 лет, но я уже на строгий попал. Ну, в лагерь конкретно, бо подняли меня в 18. Вот. И, короче, забегает тип. Тоже шпанюк там, короче, ну, стремящийся, тоже пацан молодой, с усиленного он режима или с общего, ну, не с малолетки, по-моему, постарше меня. Забегает, смотри, ну, на весь барак орёт, блин, ты ж видите, это плюется, короче, понял. И смотрела, типа, что там происходит такое. Он говорит, так вон сидят два типа, говорит, в линкомнате. Ну, это там, где телек смотрят, короче. ПВР называется еще. А сидят типы, там две устрицы уже, короче, лет им там за 40. Ну, короче, уже можно сказать, на тот момент для меня это уже все дедушки с бабушками. Вот, они сидят и идет клипы смотрят, понял? И этот чувак рассказывает, ну, прикинь, я сижу, короче, и слышу их диалог. Что эти два старичка, короче, один говорит, там, Бейонсе или кто там поет, или там Шакира какая-то. И вот он такой сидит и говорит, ты что, от этой именно тёлки, говорит, я бы лизанул, говорит, вообще, на радостях, понял? А второй там, ну, типа, прикол, да я бы даже поцеловал ту штуку, которая ее типа гатит, знаешь, не то, чтобы лизанул. И они там, га-га-га, сидят, смеются, ну, короче. Да, да. А тип услышал, побежал к смотрели и говорит, ну ты представляешь, глимые педроны сидят, что они базарят, у нас за такое уже рты разрывают, понял, там и тому подобное. Смотрела, говорит, ну, сел ему по-нормальному, внес, говорит, а послушай, типы на приколе, они сидят там уже лет по 10-12, короче, ну, типа, режим строгий, это есть даже такая пословица, базар вольный. Конечно, то малолетка, и можно, там можно было цепляться, но я вам хочу сказать, что уже я видел таких, встречал типов на малолетке, что и на строгом потом не видел таких ушлых. Поэтому просто за слова как бы вцепиться можно, но если есть голова на плечах, то тебе за слова, по большому счету, никто ничего не качнет, так как поступка нету. Ты можешь просто сказать, я на приколе. Да, ну, смотря кому еще, да. Кому влезет. Если кому ты можешь влезет? Сказать, я на приколе, и будешь, ну, да. Реально там отстаивать свое, ну, тебе все. Никто ничего не скажет. Да. Ну, так же само кто-то может сказать двойные стандарты, кого-то загоняют за слова, а кто-то на приколе такое молотит. Нет, да. Есть такие моменты, большинство, кто-то сам себя начинает топить. Да. Просто ты вцепился за него и начинаешь разматывать, и тип, чем больше базарит, тем дальше он себя начинает топить. Есть и такие случаи. А по поводу Культяпки, он, ну, прикиньте, он сидит там уже очень долго, его знают все. И я уверен, на том этапе он бы по-любому бы спетлял бы. По-любому. Ну, как бы это не повод. Ну, да. Слова. Да. Авторитетов и уважаемых людей в тюряге нету. Какой он уважаемый в 16 лет? Ну, вот тебе и ответ. Когда ты попадаешь в общество, где всем по 16-17 лет, все равно среди в этом обществе есть люди уважаемые, люди неуважаемые. Поэтому... Конечно. Тут как бы можно оспорить твой тезис, потому что на тот момент, ну, к примеру, второходы для нас, для малолеток, мы только позаезжали, они считались очень сильно авторитетными, потому что они прошли то, чего мы еще даже и не видели. Вот, и поэтому мы уже, второход, он для тебя априори становится человеком, который больше знает, там, опытнее, мудрее, подкованней. И как ни крути, он какой-то составляет авторитет для тебя. Хотя потом ты уже заезжаешь на лагерь, когда потом
ты понимаешь, что это такие же самые малолетки, и, ну... Ну, мы потом раскроем, да, за второходов еще мы... Ну, естественно, лагерь – это не тюряга, поэтому это два кардинально разных места пребывания, поэтому, друзья, вы, когда мы начнем вам о лагере рассказывать, вы вообще, у вас бамбук начнет прорастать, потому что то, что в лагере происходит, это тюряга и лагерь, ну, короче, это потом. Так, окей, что у нас дальше? Такой заезженный вопрос. Вот мне интересно, авторитеты в ресторанах питаются, так с этой же посуды, может, непорядочный хавал. Так это контакт или по незнанке не контакт? Так можно все по незнанке пустить. Я ваши понятия в рот и позарот. Да понятно, ну что ты понятие. Ну, друг, был бы ты в том месте, ты бы по-любому бы тебе пришлось бы. Ты бы не жил бы как в джунглях, ты по-любому бы придерживался. Заставили бы, даже тебя бы заставили придерживаться понятий даже в петушатне. Да, у тебя даже дома есть понятия. Просто, правила по-другому. Ты же какими-то правилами, у вас же есть какие-то общепринятые правила, да, там какие-то домашние, какие-то бытовые. Хотя бы как не обсыкать ободок, там, да, допустим. Мы тоже твои вот эти домашние правила на самом деле. Не, как бы точно, ты... Это... Точно так же. Нет, тут не в этом дело, просто что, когда ты попадаешь в ту среду, ты не можешь быть изгоем там. Нет, ты можешь себе выбрать, но тебе придется все равно понятий придерживаться. Никуда конечно, ты не конечно. Сможешь от этого спетлять. И какими бы они абсурдными ни казались бы людям для свободы, там ты просто их принимаешь как есть, как должное. Не ты их выдумываешь, ты принимаешь. А понятия тоже, знаете, это как вот некоторые... Братан, ты выпадаешь, извини, как, из этого. Да, некоторые там тоже ж они как бы придумываются, если там сталкиваться с какой-то ситуацией. Вот по поводу там по незнанке не контакт. Было тоже много случаев, что прикиньте, там вот этих типов обиженных, много было мороженых. Очень много. И прикиньте на секундочку, если бы вот так вот тип помороженный начал бы там, там контачить. Ну, это, прикиньте, количество. Весь лагерь теперь загнать или что? Это, ну, это реально проблематично. Сейчас, секунду, братан, возьми тут все стволы. Да. Вопрос еще. А культяпка мог пердеж ртом издать, чтобы спецом подставить мячика и дружочка его? Да, забрался. Скорее всего, ну, дальше потом, ну, скорее всего, так оно и было, если вот так вот брать. И кто-то написал еще комментарий, я там читал, что, возможно, ну, типа себе скачуху еще. И, кстати, да, мог, если был бы по поводу этого развал, то он бы мог бы просто сказать, что пацаны, вообще на приколе, это, ну, просто ртом, и я это, ну, пропихнул мячику, мячик это схавал, и, в принципе, прикол. Типа, прикол, да, тоже, видите, такие как есть принцип... нюансы. Ну, и был бы, допустим, мячик на тот, ну, понятно, ну, это дети по 15 лет, был бы мячик, допустим, по, ну, какой-то там, допустим, ушлый более. Да, более ушлый, мог бы схватить бы и сказать в плане, слышь, да. Прикол. Нифига себе, ты ничего не перепутал, бля, на прикол, на такие темы, бля, по поводу там контачиться. Еще. Мне тоже прикол, мне там приснилось, как я тебя именно дрелил во все эти. Да. Прикол тоже, мне это сон приснился, знаешь. Ну, тут... Не, ну, вы понимаете, вот в наше время уже, по большому счету, и прописка это был как прикол. Если тебе влезла прописка, то ты, короче, типа, ее проходишь. А не влезла, не проходишь. Вот так вот было. И можно было, ну, вообще были такие хаты, кто вообще прописку даже и не слышал, что это такое. Ну, вот в мое время. Поэтому тут такое, знаете, это кто прикол даже не везет, над тем и прикалывается. Вот да, какой, да. Какая же ситуация, понимаете? Ищут малолетки, они же как в закрытом... Да не только малолетки. Когда ты в закрытом находишься в помещении, там еще там 10 таких, как ты же, то по-любому, как ни крути, выявляются характеры, у кого сильнее, у кого слабее, кто над кем прикалывается. Да. Это обыденность. Пояснительную бригаду в студии. Есть видосики, где шаман рассказывал про малолетку, как первый раз туда заехал, про знакомство с лебедем на плацу, когда маршировали, про фасовку лорового листа, про дискотеку с малыми. А в этих сериях, историях, первый заезд на малолетку совсем другое место описывается. Так какой первый поход на малолетку был первым? А, это же мы ответили. Да, ну вот это вот первый, вот это вот СИЗО, это первый. Да. Мы с лебедем познакомились уже второй, это уже лагерь.
Да. Вот это ж мы уже и сказали. Это как раз то, что мы в лагере познакомились, а то тюряга просто. Поэтому... СИЗО, да. Мы разминулись полгода, вот у нас было. Я уехал на лагерь, а лебедь только приехал на тюрягу. Да. Сто пудов. Еще хотел сказать по поводу, там пишет, там давай шаман для гурманов, типа на Кумаре, понял, там что-то рассказать. Есть, ну, на Кумаре что рассказать, но на Кумаре, вот сейчас навскидку было бы, можно было бы рассказать, но там сейчас может затянуться на пару серий минимум, а то и 3-4. Понимаешь? Если мы сейчас начнем еще параллельно рассказывать на Кумаре, там на каких-то пару серий, то мы просто запутаем вас и... И потом уже объяснительные видосики, такой как это. По полтора часа придется уже рассказывать. 3 в неделю надо будет выпускать. Да. Так что... Как... А, по поводу слона хочу сказать, друзья. По поводу слона, кто переживает, тоже пишет. И вчера посчастливилось с ним увидеться. Блин, я вот смотрел в его глаза, я хочу сказать, у него глаза такие светлые стали. И видно, что человек, ну, реально в трезвости. Так что слон красавчик. Не, ну, понятно, я не знаю всего, но ну, так как я увидел, что он трезвый. И долгих лет трезвости ему. И, бля, мы в него верим. Знаем, что у него все дальше получится и будет только круче. Да слон, он, в принципе, осознанный нормальный парень. Просто попал в эту кабалу. Да. Он ну, очень, даже вот будучи в зависимости, он все равно отличается. Это видно по человеку. Вы сами же понимаете, он работает руками и пытается, чтобы быт налаживать вокруг себя, чтобы родственники там у него и малая есть, чтобы и малой что-то было. Ну, у него есть собак, собаки, кучу там кормить, ветеринар. Вы сами знаете, у кого животных, что там без бабок ты не сможешь за ними даже смотреть нормально. А жирают эти крокодилы, я не знаю, там по ведру в день. Да. Так что слон красавчик. Слон молодец. Объясните командиру танка, кто-то пишет. Вот. Селяне выращивали этот мак. Ну, это к другому, это не культяпки, да. Но все же. Это как я ездил на сезон на Кумаре. Объясните командиру танка. Селяне выращивали этот мак каждый на своем огороде, что ли? А с какой целью? Для получения сухого мака? Разве не проще было поле засеять? Мак это ж по сути сорняк. Зачем он на огороде? Ну, допустим, я вот скажу со своего детства. Да. У меня, я приезжал когда в село к тетке, и у меня, ну, там нормальное такое, ну, я не шарю в эти гектары, там, сотки, понял, сколько там. Ну, такая нормальная полоса была мака. И она, ну, постоянно, знаешь, там вот эти сухостой, его потом куда-то, я не знаю, что там с ним делали, но тем не менее... У меня тетка постоянно пекла там булочки там с него всякие там, ну, всякие приколы там с мака, очень много выпекала всего. И она для себя, даже были такие, я помню, малыми, типа, вот там, типа, наркоманы были на огороде, типа, там, покоцали там мак, там, половину там, там испортили, знаешь. А есть, были такие, которые выращивали специально на продажу. Чтобы сухую солому продавать. Да, но... Цыгане приезжали, скупали у них. Это, ну, тоже... вот я помню, в начале 90-х на каждом огороде, потому что меня в село отправляли, только лето меня в село там мог все лето провести. На каждом огороде в начале 90-х был мак. Его было немного, ну там, я не знаю, там, ну, кусочек, чуть-чуть, там, 50, может, этих головок, там, я не знаю, кустов. Короче, в основном, да, как шаман говорит, на кутю. Ну, где-то типа 30 квадратных метров, где-то там, 20 квадратных где-то так. Да даже и 10, да. Ну, небольшие такие, в основном, на каждом, у каждой бабушки были. То есть это всегда было там кутя та же, вот, пирожки там всякие, все, что с маком делается. Потом, естественно, в дальнейшем уже начали, когда по селам цыгане ездить, скупать конкретно. Я помню, они меняли там на вино, могли менять, на какие-то там еще, ну, или скупать его. Мешки, помню, на мешки ну, меняли. Ну, на всякую канитель. Все, когда... что надо там селяням там, и по люди дому. Уже, люди уже когда понимали, что это стоит денег, то есть они не понимали, многие могли не понимать, для чего они его продают, там эти бабушки, ну, для чего скупают. Но да, потом начали скупать, и как бы люди еще больше начали делать.
Ну, плюс, потом же уже и закон, когда уже начали понимать, что, что это такое мак. Потом начался закон, что нельзя там какое-то определенное количество, 10 кустов вроде бы по закону, ты можешь на огороде выращивать. Поэтому, если бы ты где-то засеял в маковое поле, тебя бы закрыли на очень долго. Ну, или, ну, да. Или бы проблем создали, а какие проблемы бабушкам нужны. Да. Ну и тем более, чтобы засеять поле мака, это что же надо? Ты, ну, какая цель у тебя? Ты его по-любому, ну, на продажу, да? По-любому должны быть какие-то там, какие-то связи, охрана, потому что очень же много таких любителей, знаешь, которые там просто там на шару его там покоцать, этот мак, там, или цыгане, там, на реке, там, кто угодно. Да и бабушки, я помню, прятали его, этот мак, в огороде, там, чем-то, знаешь, там, еще что-то садили. И он был как бы припрятанный тоже. Ну да. Так. Тебе пишет человек. Братан, был с тобой на ребе у Юрича под Днепром. Братан, подари мерч. Братан, был с тобой на ребе у Юрича под Днепром. Я не знаю, я не был на ребе под там, вдруг. Я был только на ребе, только один раз, я рассказывал, там в село Контакузовка от вот это, посольства Божия Сендея до Ладжи. Это 10 суток я там побыл и отвалил. Я рассказывал в истории всю эту движуху. А так ты меня с кем-то путаешь. Ну, я точно на ребе не был никогда, да. Даже близко. А что тебе подарим мерч? Возьми вот это за скринь и пойди футболку себе распечатай. Не, этот, на 3D принтере можно. Да, вот это. Шамана сделать. Сделай вот такую себе за скринь, сделай себе мерч. Или на свою футболку любимую можешь ляпнуть. Вообще не вопрос. Бери, пользуйся, нам не жалко. Погода, да? Вообще, скажите. 9 октября, на секундочку. Ай, класс, вообще. Просто четко. Хочется в шортах лазить. Хочется весны опять. Но лето было такое, ну... Сильно душнилово такое было, очень сильно. Мне кажется, нужен будет еще один выпуск, который должен называться «Ясность по ясности культяпки». Так, друг, вот, вот это сейчас, вот, вот ясность по ясности. И вносится ясность постоянно. Потому да. Как очень сложно отвечать. Ну, я думаю, ну, вам этот формат почему-то, я думал, что не будет заходить. Но я смотрю, вы активненько задаете вопросы всякие. Это круто, так как мы повторимся опять сейчас. Не стримим, абсолютно не стримим. Может быть, по холоду начнем это делать. Посмотрим еще, да. Как движ будет, что там со светом, с интернетом будет зимой. Ну, вы же сами понимаете, еще у нас соседи уматовые. Да и вообще, пользуясь случаем, я вам хочу сказать, что... По вам непонятно толком, ждете вы культяпку или не ждете, ну там долго, недолго, она выходит в серию. Ну, пишите на мой инстаграм shaman1902 и пишите в директ, я там отвечаю лично. Вы можете лично со мной пообщаться и позадавать какие-то вопросы тоже. Лебедь, дай топ-5 книг для прочтения. А тут ему в ответ. Так он всего одну книгу прочитал. Про какую-то рубашку смирительную. Да, это я, это ты за меня. Это я одну книгу прочитал. Нет, сейчас. Это же он говорит, так он всего одну книгу прочитал. Ну да, я понял. Да. Не, Лебедь много почитал книг. Я сейчас читаю «Граф Монте-Кристо». Первое. И, да. Раз. «Смирительная рубашка». Два. «Скорбь сатаны». «Скорбь сатаны». Вот, Серега уже знает. Я всем рекомендую. Да. Три. Джек Лондон. Не, ну понятно, но у него же много. Вот этот, про пиратов этих, как его? Пираты. Или... Морской волк. Морской, ну это волк. Такое себе. Если Джек Лондона, то я больше бы посоветовал бы Джо «Ячменное зерно». Но. Про зависимость, кстати. Интересная книга, слышал. Четыре, потом пятую, какую, блядь, «Кому грядеш?» Это польский Сенкевич, автор. Все, пока на этом тормознемся, дальше еще будете интересоваться, буду говорить. Ну, могу еще я добавить еще шестую, «Робинзон Крузо». «Робинзон»? Да. Ну, я не читал. Так, все ты попутал в этой части культяпки. Где фраза «у нас в хате рыжих нету»? А раскантачку-то всего по два глотка выпили.
Это не меняет события, друзья. Мы, самое главное, знаете, вы же знаете эти все моменты. Нет, иногда, так дважды ж... Да, иногда они ходят, ну, какие-то моменты такие не столь важные. Их, да, может, где-то что-то упустили. Хочется концентрировать свое внимание на более каких-то. Потому что вот по поводу черного Рамса, на самом деле, мы потом уже, попозже, я вспомнил, начал говорить Лебедю, но мы его провтыкали. Провтыкали чисто из-за того, потому что, ну, мы на эйфории улыбались, прикалывались. И самое вот такое, что начинает в спину гнать. Давай быстрее, давай, культяпку, культяпку. И еще вам хочу сказать вот такой момент. После этих видосов очень сильно истощаешься. Очень сильно. Идет такое моральное истощение. Я вот, вот после культяпки, после там на Кумаре, я приезжаю домой, мне не хочется вообще базарить. Просто. Я вот, ну, хочется молчать, тишины, ну, да, хочется. Да, ты просто шум. Я думаю, ты сильно эмоционально. Почему и нравится людям, ты сильно эмоционален в этот момент. Переживаешь эмоции опять заново. Естественно, потом нужно от этого отдыхать. Это нормально, братан. Это издержки профессии. Да, еще ж бывают там, ну, дубли, там, это ж не то, что там ты стал и промолотил, и все, там, за один раз. Ну, да. Бывают дубли еще. Я же еще стою и говорю, не, это не пойдет. Да. Мы ругаемся очень часто, шаман думает, что я к нему пристаю. Предвзятость, да. Да, предвзятость, что он типа, да в плане. Не, ну, не пойдет, что нормально же сказал. Я говорю, ну не, Серега, да, ну давай бывает, еще там раз. У меня бывает, я слова глотаю какие-то, еще там что-то там. Не, могу, ну я... уйти в какие-то дебри. Лебедь говорит, остановись, ну, давай назад, да, идем же. Вот это еще раз заново. Да, идем, и... ну, есть конкретно там линия, хронометраж, сюжет, да. По нему надо идти. Так, ну и я думаю, вот как раз этим мы... Эпилог. Эпилог и поставим точку. Это вопрос на черный притон, эпилог. Да. Я думаю, у нариков нету понятий и совести. Извини меня, шаман, может, я не прав. Как-то я сам слышал от тебя, что нарику верить нельзя. Что ты на это скажешь? Безусловно, нарику верить нельзя. Он, знаете, ну, понятие, то есть, ну, в тюряге, вот смотрите, я вам скажу вот на примере. Где больше наркоманов, особенно если наркоманы имеют там какую-то власть, там, при общих делах, вот когда я приехал в лагерь, и так оказалось, что в лагере там 40 человек братвы, все из них в системе жесткой, блядь, ну это просто был жесть, на словах, гнилья, очень-очень много гнилья, очень, и конечно, да, нарикам верить нельзя, и особенно я полностью солидарен с тем, вот как старшие братья, допустим, приняли решение, что, допустим, если ты употребляешь, его нельзя к общему, да, просто к общим моментам не подходи, потому что, естественно, ты будешь руководствоваться только своей зависимостью и прежде всего будешь решать только этот вопрос, чтобы тебя не кумарило. Поэтому... Да, у тебя в приоритете будет, да, ну, допустим, и... какой-то судьбоносный вопрос, какой-то важный, а ты будешь на кумаре, и все, ты уже, ну, там... Ты уже не объективен, да. Ты уже не объективен. Потому что ты зависишь, и тебе будет... Или где-то, допустим, судьбоносный вопрос, а кто-то тебе подойдет, более, ну, как бы денежный человек какой-то, который может тебе... Ты понимаешь, что если ты его в его сторону решишь вопрос, он тебе поможет. Да, соблазну можешь, да, поддаться. И можешь поддаться на это, и только ради того, чтобы раскумариться, вынести какое-то решение, которое, ну, не будет соответствовать понятиям, так сказать. Нариком, да, друзья, я был таким и проупотреблял 20 лет, я в тюряге, как бы, ну, старался держать порядочность, там, не нырять никуда, там, все вот эти, ну, у меня нету таких моментов, чтобы мне кто-то предъявил бы за это, но на свободе я чудил, потому что знал, что безнаказанность, знаешь, там, максимум, ну, что там мне могут сделать, ничего не сделать. А тут, типа, как бы твоя судьба, могут, голова может полететь с плеч. Где-то какое-то сдерживало. Но это может до поры до времени. Там, сегодня может сдерживать, а завтра где-то появилась какая-то возможность. И ты именно, ну, это, ну, да, нарикам веры нету 100%. Да. Вот на этом, друзья. На этом, да. Так что мы хотим вам пожелать, кто находится в этой проблеме, ребята, спрыгивайте, потому что вы реально... Ну, сами себя не то, что вы, ну, загоняете себя в могилу, по большому счету. Да и не живете, по сути. Вы и существуете.
И да. другим не даете, родственникам своим. Поэтому я желаю всем, кто в этой проблеме находится, чтобы вы наконец-то приняли для себя решение, потому что решение в этом вопросе самое важное. Если ты примешь это решение, то ты найдешь способы, как это решение воплотить в жизнь. Да, и у вас есть уникальная возможность посмотреть на нас. Как, особенно на да, Серегу. Как у нас это получается, слава Богу. Как меняется, можно сказать, в реальном времени его жизнь и как сам человек меняется. Да, вы можете посмотреть видосы там 2 года назад, 3 года назад, там 4, 5, 7. Да, и это есть, 6. Это факт налицо. Это не то, что там мы что-то там говорим, какую-то неправду или там рассказываем. У нас это получается. И дальше мы работаем над этим, чтобы дальше вот так вот в трезвости и провести остаток своих, там, ну, свою жизнь. Так что, друзья, с вами был Быть Добру. Желаем, и да, на звездку. Желаем вам долгих лет трезвости. Обняли.